Сегодня в меню – картофельные рости. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 2-3 щепоток. Картофель 2 штуки. Масло сливочное 40 грамм. Перец черный молотый 2-3 щепоток. Зелень по вкусу, петрушка или укроп. Масло растительное 2-3 столовых ложек. Для приготовления рости лучше всего использовать картофель тот, который желтый по цвету. При выборе зелени можно отдать предпочтение укропу или петрушке. Если вы не любите зелень, тогда исключите ее смело из перечня ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. На крупной терке натрите картофель. Добавьте к нему соль, перец и мелко нарезанную зелень. В сковороде разогрейте растительное масло и выложите ложкой картофельную массу, придавив ее так, чтобы вышел блин. Жарьте рости примерно по 3 минуты на умеренном огне с обеих сторон. Смажьте его сверху сливочным маслом и жарьте еще 3 минуты. Выложите рости на блюдо и подайте его к столу. Этот рецепт смело подойдет на завтрак, так как готовить его довольно быстро и просто. Получаются картофельные рости, всегда сытными и вкусными. Подавать к столу их лучше в горячем виде. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!